Иногда некоторые люди, когда делают какие-то правильные вещи, опираясь на законы Всевышнего Аллаха, они начинают сомневаться в том, что этот их поступок приведет их к несчастью или к отсутствию успеха. У меня, когда вот такие мысли появляются, когда я хочу себя побудить на какое-то религиозное поклонение или дело, сразу же вспоминаю слова одного ученого, который говорит: «И Всевышний приказал Нуху, пророку Нуху, алейхиссалям, построили же корабль на пустыне, огромный корабль, и он построил огромный корабль». И люди думали, говорили ему: «Где здесь вода, зачем тебе огромный?» Издевались над ним, но он все равно подчинился Всевышнему Аллаху, несмотря на то, что у него, может быть, были вопросы. И когда вода поднялась, корабль поднялся, ученые говорят, что были волны, которые были десятки раз выше, чем самые огромные горы в мире. Но они не смогли перевернуть корабль Нуха. Если не хочешь, чтобы корабль твоей жизни перевернулся, то подчиняйся Всевышнему. Сколько бы у тебя не возникало вопросов, которые, по-твоему, могут казаться, что они не присутствуют здесь, что-то разумное. Если ты так сделаешь, тебя не поймут. Нет. Хочешь, чтобы твой корабль не перевернулся даже при самых огромных волнах, то подчиняйся Всевышнему.